попробую сегодня, запишу вам видео распаковочку на вот эту вот посылочку. Это у нас, собственно, сейчас увидите. Так вот. Это у нас скальпель. Ну или типа скальпель. Конечно, на обычный скальпель не особо похож, но лезвие тут очень острое. Тут еще есть лезвие в комплекте. Сколько? 5 штук, что ли? Вот, смотрите. Так, скальпель очень острый, и я вам сейчас на чем-нибудь продемонстрирую. Например, на вот этой упаковочке. Еле прижимаю вообще. Вот видите, практически с ту сторону прорезал. Можно вот так еще попробовать. Смотрите, ага, а тут, так... ну да, я тут не нажимал, поэтому сейчас мы посильнее. Вот вам и порезали эту, все порезали, главное столик бы не порезать. Ну да, ребят, смотрите, такой вот нож стоит 77 рублей, шел, правда, долговато, 3 недели. Есть запасные лезвия, колпачок, чтобы не пораниться, когда при переноске. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, всем пока.